Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит, меня зовут Виталий, и я нашел для вас просто охренительный хоррор, который называется «Страшные сказки». Поэтому, друзья, с вас обязательно лайк, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и лепите свой клевый комментарий. Короче, суть игры такова. Получается, наша жена, я играю за персонажа, у которой есть жена, вот она, кстати, лежит на кровати, попала в беду, ее захватили призраки, нас они захватили тоже, но мы очнулись, и теперь мы должны ее спасти. И нас будут встречать. Короче, у нас на пути будет здесь куча различных маньяков, даже те, с которыми мы уже и так знакомы, сейчас мы их всех увидим. И здесь необычный, ребят, хоррор, это хоррор в стиле шутера, вы сейчас все сами поймете. Здесь очень все круто выглядит, здесь очень круто, вообще крутая атмосфера. И, не знаю, мне эта игра вот сразу, как только я ее увидел, чисто случайно мне попалась на ютубе, и я понял, что я хочу в нее поиграть, я понял, что я хочу снять о ней видос. Короче, ребят, суть такова, мы должны обязательно собирать лут для того, чтобы отбиваться от этих монстров, и должны находить ключи для того, чтобы открывать двери, но самое главное это находить ящики, в которых будут находиться ключи, и те ключи, которые мы будем там собирать, мы должны будем находить опять же такие ящики, в которых будут цифры. И это цифры, ребят, от комнаты, в которой находится наша жена. И мы должны ее, получается, спасти. Поэтому, друзья, будем стараться. Ни сым, ни шагу назад, только вперед. Родной, роднюсенький человечек наш в беде. Обратите внимание даже вот на управление, да? Вы сами все видите, все просто, в стиле реальных вот этих шутеров, которых мы уже давно знаем. Я не могу открыть дверь. Почему не могу открыть дверь? Потому что у меня нет мультипаспорта, который мы сейчас с вами подберем. Все, мультипаспорт подобрали, теперь, я думаю, дверь откроется. Да, изидор. Так, лут, все, давайте, будем собирать абсолютно все, ребят, нам все понадобится. Так, я подобрал патроны, да, будем все, абсолютно все собирать. И да, ребят, с вас обязательно лайки, кстати, я забыл сказать, ссылочка на эту игру обязательно будет вас ждать в описании. А что это такое? Наверное, граната какая-то. А, это фонарик. Так, какие-то пушки. Ну, слушайте, сам графончик здесь довольно-таки неплохой, хочу вам сказать. Так, это какие-то патроны, пистолет. О, кстати, сразу. А вот, кстати, первый ключик. Осталось теперь нам найти, чем он открывается. Так, еще один ключ, но это от обычных дверей. Получается, ребят, здесь будет 20 закрытых дверей. И 25 ключей вроде как в описании есть. То есть, скорее всего, 5 дополнительных ключей, они будут нас ждать в следующих каких-то испытаниях. Давайте сразу, наверное, пройдемся вниз, посмотрим, что у нас здесь. Так, вижу еще один револьвер какой-то. Блин, я бы такой какой-нибудь автоматик, что ли, подобрал бы. Ой, здесь очень мало патронов, давайте, наверное, вернем. Не, фонариком здесь явно никого не убьешь. Так, тут у нас еще тоже есть какие-то двери. Опаня! Цифра 8, ребят, цифра 8, первый ключ найден и цифра 8, но знаете, когда слишком просто, я думаю, дальше будет не так легко. Так, здесь, короче, у нас нема просто ключей, наверное, это все можем открывать? Не, не можем. Так, что-то 5, у меня есть 40 патронов, блин, я боюсь, что перезарядка может не спасти. Я просто не знаю, насколько здесь мощные монстры и сколько надо выпустить патронов для того, чтобы завалить хотя бы одного. Это чего? Это автомат. Автомат нам нужен. О, стоять! Убил! Это мясник, ребят! А мы можем подобрать его? Нет, не могу, да? Но перезарядиться я могу. Блин, я думал, он меня убьет. Завалили, ребят, завалили. Минус один. Не на того напал, не с тем связался. Батя в здании. Он идет спасать свою роднюлечку, свою кровиночку. Ну, не кровиночку. Все-таки жена, как-то странно звучит вообще. Так, есть граната, но граната мне пока не нужна. Верни мне обратно автомат. Револьвер, это все напоследок. Это все будет напоследок, на потом, на вкусненькое, на всякий случай. И вообще, и в принципе. Пока мне лучше, чтобы у меня был автомат. Так, а сюда, сюда мы можем залезть, да? Давайте пойдем сюда. Так, это типа выход на крышу или что там у нас? Я могу прыгать. Или не могу прыгать? Ну, в данный момент я не могу, по-моему, прыгать, да? О, я могу бить, типа, руками. Не, почему-то сюда, короче, не могу. Ладно, давайте... А, подождите, я не то нажимаю, стоять. Я могу прыгать? Только сюда залезть я все равно не могу. Ладно, окей. Продолжаем наше движение, мне нужен автомат.
Так, я вижу какого-то монстра. Так, возьми в руки какое-нибудь оружие. О, граната. Стой, 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 ты куда пошел? Ой-ой-ой, тихо, 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 парень, на гранату. Приятного аппетита. И чё? А меня жестко тоже задело? Ну, слушайте, ну минусовали мы двоих. Так, мне нужен автомат. Так, это мне не надо. Кстати, мы такую в детстве делали, вот эту палку с гвоздями. Жесткая штука на самом деле. Да блин, а где мой автомат? Я не мог его выбросить. Реально, я не могу надыбать автомат. Это какой-то баг, лаг или что, или у меня из рук его выбило. Блин, без автомата тут будет жестко, я думаю. Где я вообще появился? А я не могу здесь пройти. Ладно, давайте, короче, пойдем по пути. Наверное, там через лестницу попрем. Я не понимаю, где мой автомат. Я аптекой могу воспользоваться или нет? Так, что ты на приседках ходишь? Так, тут дверь закрыта. Так, какой-то патрон или что это такое? Блин, я не понимаю, где мой автомат, реально. А, это я... А, ребят, вот, это я типа аптеку взял. А как мне ей воспользоваться? Подождите, мне надо раздуплиться. Или оно как-то автоматически это все действует? Ну, фонариком тут сильно не убьешь никого. Латурил, я не пойму, куда делся мой автомат. Ладно, придется мне, короче, другой какой-то автомат, наверное, искать себе. Так, вот, есть граната. Я, наверное, пока миссии подбирать не буду. О, калаш. Я сразу возьму калаш. Мало ли отсюда какая-то хрень выскочит, а мне надо будет, ну, как бы отбиваться. А, ребят, это здесь мы были. Да, здесь мы уже были. Давайте тогда гранату возьму, полезная штука. Мало ли опять орда этой хренотени на нас полезет. Так, все, автоматики есть, патрончики, все будем, ребят, подбирать. Блин, ну шум, конечно, такой жесткий. Надо найти мне еще два ключа. Блин, ну жестко, да, ребят, именно скримерно. И к этим ключам надо найти еще два замка, точнее, два этих. Два сундука, чтобы найти код. А, вот они. То есть я все раскидал здесь всех, типа, да? Так. Спать. Отдыхать тоже надо. Работа работай, но отдых по расписанию. Ёб твою мать, чуть не обосрался. Так, это что-то интересное, но я лучше возьму обратно калаш. Блин, почему я не могу сразу калаш переключить? И он мне какую-то хрень вечно показывает. Не-не-не, давай мне калаш. Все, наверное, ребята, больше никакое оружие подбирать не буду, потому что меня бесят эти переключения. Так, это я тоже брать не буду. Я не могу это открыть. А, я переключился обратно. Нет, верни. Нет, верни, верни, верни. Да верни мне оружие нормальное. Что за бред? Короче, мне надо несколько раз вот это перенажать для того, чтобы вернуть свой автомат. Но с пистолетом, ну, они просто не так будет сильно урона много наносить. Я просто с калашом буду себя чувствовать, ну, более какой-то безопасности, что ли. Блин, я сейчас все нафиг повыкидываю. Подождите, я что, выбросил? Ёб твою мать, я выкинул его. Ладно, давайте я, наверное, на... Вот это, наверное, поменяю, да. Все, пистолет нахрен. Все, я понял, ребят. Походу я что-то подобрал, и тогда автомат просто выкинул. Еще одна граната. Не, обмен я делать не буду. Я думаю, с калашом мы сможем здесь нормально зарубиться. Так, что-то селфи. Так, ну ключики мы все давайте подбирать будем. Они нам пригодятся, мы должны будем что-то открыть. Ну, здесь мы открыть ничего не сможем, ладно. Так, эту дверь мы не можем открыть, я понял. Ну, скорее всего, нам сюда надо куда-то идти. Вот
вот это за окном перейдешь, у меня только что прозвучал. У меня типа нет ключа? Ладно, откуда вы тогда ключ взял? А, тут у меня есть бег. Хорошо. Кто у нас здесь? Так, ключи. Слушайте, самое главное, это просто на эти ключи не отвлечься прям настолько, чтобы потом меня не завалили. Ух ты. Я что-то слышу. Это что-то странное. Ого. Кто тебя так разукрасил? Слушай, если здесь кто-то есть, то ты обязан мне рассказать. Блин, это просто скример? А, вон, там что-то сдохлое валяется. Слышь, а ты что так как червь? Слушай, может мне тебя как-то спасти? Я бы тебе помог, отвечаю, но, блин, ты ж не жена моя. Ну это все мне, походу, не надо сейчас, да, я так понимаю? Фонарик опять, куча оружия. А чё он сдох? Может, это моя граната, типа, его тоже бомбанула? Ну, типа, может, это происходило, когда я взрывал? Так, из параша, надеюсь, ни хрена не выскочит. Он что-то тоже дохлый. Они что, все поздыхали? Я не понимаю. Может, мне нельзя было взрывать? Я просто подорвал, и они все сдохли, что ли? Это настолько странно как-то. Или может, они все сейчас восстанут и типа на меня начнут агриться? Может, это типа замануха какая-то? Но это слишком как-то странно. Слушай, я так все ключи сейчас понахожу. С одной стороны, это, в принципе, хорошо. Мне кажется, в натуре я гранату кинул, и как-то оно, типа, посодействовало. Ну, увидели, там немного, как бы, глюкануло. Может, игра, типа, как-то, ну, тупанула. Ну, я... Не, меня здесь не было, это какой-то другой... Так, надо везде все искать. Ну, я жену хочу спасти. Тихо, я что-то слышу. Давайте я сейчас здесь, наверное, все-таки пройду. Так, ну это что-то дохлое валяется опять. Ребят, походу они все поздыхали, я не знаю, что происходит. Может, это так в игре должно быть? Но это чертовски странно. Это что за говно? Так, надеюсь, это не мою жену тут разрисовали, сфоткали. Ой, господи, брат, чувак. Блин, ну хреново, если они все просто поздыхали. Может, это баг какой-то? Я хочу как бы повоевать, думал пострелять, показать вам тут просто жесть. Они все просто поздыхали. Блин, я испугался. Сам себя испугал. Мне кажется, ребята, от того взрыва, походу, что-то пошло где-то не так. И они, короче, походу, все померли. Ну, плевать. Я все равно... А, я здесь был, все, это тот же самый, все, я понял. Я по кругу обошел. Мне, получается, теперь надо в эту дверь... Хотя... Ага. Бля, неужели вы реально все сдохли? Ну, такой замес можно было бы... Чё это было? Ну, везде, знаете, вот эти шумы... О, ножик. Но я не буду ничего обменивать. Так, давай, иди сюда. Я почему-то не могу взять этот ключ, я не понимаю, почему. Может, у меня уже достаточно ключей, типа... Так, и вон ключ. Но тот, наверное, я тоже не смогу, наверное, подобрать. О, нет, этот могу. Короче, я понял, я не могу подбирать тоже там какое-то прям огромное количество ключей. Я, наверное, вернусь, все-таки его все равно сейчас подберу. Так, один есть. Ля, он, короче, вообще не подбирается, блин.
А, вон есть ключ. Бля, что с тобой произошло? Странная хрень тут происходит. Тут есть, ребят, разные уровни. Если вам понравится, я хочу, в принципе, отснять все уровни, потому что, ну, игруха реально классная. Я не знаю, что они все повыздыхали, это просто баг какой-то. Мне кажется, просто, наверное, никто не кидал гранату никогда. И... там что-то было, вы видели? Там что-то двигалось. Мне кажется, просто что-то вот с гранатой связано, потому что до этого, ну, я гранату туда никогда не кидал, когда проверял эту игру. И, в принципе, все было нормально. А тут мне приспичило гранату кинуть. Бля, я тут что-то видел. Не, стоять, давайте эту дверь сразу тоже проверим. Мне напрягает то, что я до сих пор не нашел еще ни одного сундука. Ну, точнее, после того, как кто нашел, что это такое. Я что-то подобрал странное. Но все равно, знаете, несмотря на то, что вроде как все повыздыхали, непонятно почему. Ну, атмосфера сама такая жесткая в игре. О, есть. Так, здесь ключ. Да давай. Короче, ребят, хотите пройти этот уровень, просто киньте гранату в нужное время, в нужное... в нужное место и все. Ну, до этого, потому что я было, когда пытался первый раз поиграть эту игру, и проверить, когда я в первый раз увидел, скачал, все было просто вообще жестко. Слышите эти звуки, да? Вообще жестко. А, походу отсюда у меня надо эта комбинация, походу. Сюда надо будет вернуться, наверное, к жене, я так понимаю. Сейчас будет прикол, знаете, если я расслаблюсь, типа монстры все сдохли, а на самом деле это будет не так. Здесь, короче, дверь не открывается. Так, я понял, проверю сперва здесь. А, здесь тоже не открывается, все, ясно. Бля, ну локация огромная. Ой, отлично. То есть, ребят, я уже близко. Ну, в принципе, все, получается 856. То есть, по сути, я уже могу взять и спасти жену. Так, это где-то здесь, правильно? Вот она. Любовь моя, роднюсенькая. Все, ребята, спасли мы жену, прошли первую главу. Обязательно напишите мне в комментарии, хотите ли вы продолжение. Если честно, я не знаю, почему так глюкануло, что мы все повыздыхали. Я думаю, я гранату просто кинул в неудачное время, из-за этого что-то багануло, они просто все сдохли. Но замес должен быть реально жесткий. Вы были на канале Экспервит, ссылка на игру обязательно будет в описании. И я, наверное, все-таки продолжу снимать, потому что игруха реально, как по мне, классная и стоит вашего внимания. Всем спасибо, с вас лайк, пока-пока.